Привет! Многие просили посмотреть видос канала Супер Стаса, мы сейчас будем его чекать. Но перед этим хочу позвать тебя на Бусти, там у меня эксклюзивные реакции. И у нас сейчас в Телеграме есть предложка для реакции. Если хочешь предложить какое-то видео на реакцию, скидывай предложение туда. Но прошу писать название видеоролика и ниже ссылку, а не просто ссылку или не просто название. Все, let's go! С вами Супер Стас, и это кулинарный Амангаз. О, кстати, так сладенько вышло. Я вообще, когда увидела название, типа, кулинарный Амангаз, как вообще? У меня в голове вот это не складывается, за счет чего еще интереснее стало посмотреть. У тебя есть рецепт, а это игра. Мафиози на еб... Ты сама... Что это? Вы больные? Ты что делаешь? Я не понимаю. А, то есть команде будет один импостер, который будет мешать готовить? Тут нитка. Я ничего не делал. Кто кнопку нажал? Стоп. У него в руке саботаж был. Что происходит? Нереально, что происходит? Сейчас будет паничка. И сейчас я вам представлю две прекраснейшие команды. В первой у нас Саня Шиномонтажник. Егорик Шкрет. Всем привет, ребята. Я Яна. И просто Масленников. Наконец-то вместе в одной команде. Ну и во второй почти кликлак Янчик. Почти. Сатир. Дважды сатир. Кизару. Калагривый и все дела. Житковский. Вот как-то Житковского и Сатира я так часто вижу в шорцах, ну типа вместе. Они друзья, что ли, прям, или это совпадение? Ну и замену Сударю, старый. Замена? Это так грустно звучало, замена Сударя. Прям реально грустно. Так, ну что, ребят, вы готовы? Да. Сейчас правила. Правила шоу «Кулинарный Амангаз». Участвуют две команды по 4 человека. Среди каждой команды будет один предатель. Его задача всеми возможными методами испортить блюдо своей команды, чтобы они проиграли. Если у предателя получается испортить блюдо, команда проиграла и его не раскрыли, то предатель получает 100 тысяч рублей. Если его раскроют, то оставшиеся 3 участника поделят 100 тысяч рублей между собой. А что если человек, ну реально, не умеет готовить или делает это плохо, а он не импостер и все, блюдо зафейлит? Приятного просмотра. Держим. Бам. Я думал, он скажет приятного аппетита. Кстати, знаешь, Стас, что ты ошибся? Такие видео только на Супер Стасе. Ты это старый. Треть. Сейчас открываем, закрываем глаза, и только мафия открывает глаза. Все закрыли, пожалуйста, все честно. Открывает мафия. Так. И... Ну что, дорогие мои друзья, по местам давайте готовить. И сейчас мы готовим бургер. Хватит болтать, погнали. Жрать! Такие заставки красивые. Ребят, ну что, время пошло, и, пожалуйста, не отравите меня. Мы постараемся. Блин, я думал, другая задача у нас. Смотрите, я объясню, ситуация такова, что я так плохо готовлю, что я не мафия, вот. Но блюдо может быть испорчено. Вот про это я и говорила. Егорик, а... Егорик пытается отвести подозрение. Да не, ну просто в целом бывают люди рукожопы, и ну, всякое у них происходит, когда они готовят еду. Хотя, на самом деле, зачем я так про себя? Я иногда такие вкусности готовлю, вот креветки с рисом. Вы попробовали, охренели бы, как вкусно у меня получается. Яички по-турецки тоже вкусно. Вот вроде бы яичница, просто глазунья, но необычная. Друзья, пока начинается готовка, давай выясним отношения. Я должен кое-что сказать. Зная давно и хорошо одного из людей в этой команде, я с уверенностью в 97%... Пьешь кофе, ты прямо готовим уже. Я не могу без... Это инвестор. Может быть, он и есть импостер? Да, я тебе говорю, стой, замолчи. Зная старого хорошо и давно, я могу с уверенностью в 97,5% заявить, что я мафия. Старый, да. А я с 97% могу заявить, что это ты. А он просто всегда повторяет любую... Нет, я за тобой не повторяю, есть у меня на то свои... Что если мафия, ну, типа, предатель Житковский, пока они там срутся, пьют кофе, он уже готовит какую-то херню. Как бы убеждение. Так, ладно, давайте поступим грамотно, чтобы у мафии не было маневров. Во-первых, надо нам будет парами ходить. Знаете, как проверить, старый мафия или нет? Но. Старый не умеет врать, достаточно просто спросить, старый, ты мафия? Нет. Стас, а вот эти флакончики перемещать... А вы нюхали вообще, мужики-то? Так, что там?
Вонючка какая-то. Вот это вообще убрать. Это вообще спрятать. Не-не, стоп, а куда ты его положила, я не понял. Опа, почему Дима это спросил? Мафия не взяла. Несите нам, опять забыл это слово, как это называется? Мясорубку. Мясорубка, я пятый раз не могу запомнить слово мясорубка. Пятый. Так, в общем, смотрите, вопрос такой. Надо ли мыть руки? Потому что автоматом блюдо может испортить. А вы руки помыли там? А вы руки мыли? А ну, это логично. Если нам это не надо есть, я не понимаю. Ну кто-то же это будет есть. Ему же это есть. Мне вообще все равно, я после туалета. Доплачивают за то, чтобы поесть то, что не мытыми руками готовил Житков. А что значит нарезать на 4 части лук? Что такое? Что? Вот это надо, держи. Это мой нож. Алексей. Ну слушайте, Житковский с такими распущенными волосами стоит. Вся эта волосня вот прям туда. Он нам... Даже не надо стараться, если он им пустит. Ау. А вы можете руки помыть, пожалуйста? Ну, тут уж так уж все-таки будет. Никто это не может сказать. Как кричать оттуда, вот это... Включайте же аппарат. Работаем. А где у нас розетка? Давай с это, с толчка заводи. А ты помыла мясо? Не, ну, кстати, Яна тоже с распущенными. Ну, как минимум, я думаю, волосики надо было как-то убрать. Она же вот прям режет. Ну, нет. Почему ты не помыла? А я думала, чистое мясо. Давайте сразу пшикнем. Я шучу. Я правильно понимаю? Ну, написано помыть мясо, это, видимо, важно. Давайте помоем. Да это не важно. Давайте Яна! Слушай, ну мы так далеко не уйдем. Бургер сделаем. Они все выглядят уже как импостеры. Все творят какую-то фигню. Да мы это будем перемалывать в как это слово называют? Мясорубка. Мясорубка. Никакая модная мясорубка, да? Мясорубка, что сложного? Она мясо рубит. Рубит мясо. И этим у нас займешься ты. А ты что под кипятком его моешь, мать? Какая разница? Ты мать? Яна? Подождите. Дырочку мяса? Ну, в дырочку мяса. Этим я занимаюсь. А эти хоть мясо помыли, нет? Регулярно. Только не пальцами, а ступочкой. А, ты можешь пальцы трубить? Конечно. Ну, можно вот так. А где у нас? Не-не-не, так не надо, сломаешь. Стоп, у нас есть рецепт. Очистить надо, ребята. Твою за ногу 7 раз. Чисто Дима, о, такая хозяюшка, молодец. Мелочка пошла. Не, я думаю, то, что Дима все-таки не предатель. Потому что он бы их не стал останавливать в таком случае. Ну, кстати, перец сюда можно сразу же добавлять. Ой, блин. Боже мой. Ты громко закричала. А вы, типа, в курсе, что у нас Among Us кулинарное, а не просто кулинарное шоу? Нам надо это перемешать. Что там происходит? Саша, ты рано этим занимаешься. Опа, какой чеддер. Саня, можно мне прям ротик кусочек? Ой, еще и попал! Найс! Тут, по-моему, засорилась. Ой, господи! А, не, пошла. С лучком вместе, перемолотая. Дима. О, Дима молодец! Не, все клеится. А почему тут вот эта штука? Тут? Найс! Это для перемешки. Это для кофе штука. Что? Я слежу, ёпта. Да я просто лук режу. А вот это мясо зашкварное считается? Это уже валялось на столе. Ой, что же делать? Вообще насрать. 100% либо Житковский, либо сатир. Так, а мы кто это? Монтажник, давай с солью работай. Это твоя задача. 1/3 чайной ложки соли. Ты же сам на себя взял. Вот. Так, 1/3. Ребята. Просто посолить на глаз. Стоп! Ой-ой-ой-ой-ой! Что делаешь? Я не понимаю. Солит ложкой. Тут написано, мы делаем все по рецепту. Это на глаз. Ну блин, он либо рофлит, либо реально пытается испортить. Потому что, когда ты делаешь вот это вот на глаз, который я ненавижу, блин, вот спрашиваешь у человека, как готовить, и тебе на глаз, какой нахрен глаз, я готовлю это блюдо впервые, скажи мне пропорцию. Я, например, люблю, когда пишут там 1/3 чего-то, там 2/3, и вот, ну, так же гораздо проще ориентироваться. Ты сперва кладешь как по рецепту, потом пробуешь и добавляешь еще, ну, допустим, больше, если нужно. Какой на глаз? А тут на глаз, видите, все. Сейчас на глаз надо. Блюдо испорчено. Дай сюда. Блин, сыр такой сексуальный. Порежь сырку лучше. Так как они готовы. Он руки же точно помыл, да? В принципе, блюдо уже испорчено. Можно ничего не делать, оно просто уже испорчено. У нас отличная котлетка, что тебе не нравится? Отличная. Давай еще волосики. Напишите в комментариях, кто солит и перчит ложкой. Вот таким. Не, ну подождите, соль, допустим, у меня она стоит вот в таком ведерке, я беру ложечкой соль, набираю, так вот солю. Насчет перчить, ну, тут да, вот перчу, просто вот пакетик с приправой и вот так вот сверху. Крупными, ну, будет хрумкать у Стасика на зубах.
Пацаны, пацаны, дам вам совет как кулинарный. Если вы хотите сделать красивый... Конечно. С одной стороны пожарил, просто берете в микроволновку, растопили, раскатали, и становится большой кусок... А почему ты не можешь сделать так? Поджарить с одной стороны котлету, потом перевернуть ее, положить сверху сыр, и все, он сам... Можешь. Так, ты что, порезал сыр и сожрал его? Да. Мы, кстати, с ним вдвоем сожрались. Почему мы делаем два бургера? Стас один, нахера два-то делает? А нахуя мы сыр сейчас режем? Ну, почему вы его едите? А ты перец добавил? Да, чуть-чуть. Ты же видел, я еще говорю, смотри, Дим, я чуть-чуть добавила. Ты только что еще добавила перца? Нет, а вот тот раз и все. Так, давай я. Так. Так, твои руки... Понюхай. Ладно. У тебя просто руки были в карманах, я уже подумала, может быть. Меня вообще все пугает здесь. Меня здесь все пугает. Как вам вот такая котлета? У меня сейчас будет паничка. Жарить кто ее будет? Надо бекон жарить. Бекон? Вот мясо торчит, главное, даже не вытащили. Где комфорки все? Ну ты так прямо силой-то не дави. Что ты тут сделал? Ну, нормально. Нормально. Все, идем жарить котлеты. Окей, let's go. А вы понимаете, что Янчик там один что-то делает? Я вам говорю, идите за мной, смотрите. Напишите в комментариях, важно ли перед жаркой мясо отложить его в холодильник. Я считаю, это не обязательно. У тебя есть рецепт, а это игра. Вопрос, почему? Ой, слушайте, на самом деле я не знаю, я так никогда не делала. Вот так вот, каждый начинает с рецепта уходить, держи. Понимаешь, Диман, если бы все по рецепту двигались, не было бы поваров Мишлен, не было бы... Ладно, хорошо, 10 минут. За эти 10 минут мы можем пожарить бекон. Это надо сделать. Да, факты. Все, она греется. Точно? Да, да, да. Надо, знаешь, как варить? Плюнуть? Нет! Нет! Если зашипит, то иди отсюда. Кто пойдет? Два человека. Слушайте, сатирам постер. Вполне возможно. Нужно идти. Диман, пошли с тобой. Оно подмораживается и держит форму. Я мясо делал. Хотя нет, 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 нет. Нужно идите так вы, разделиться. Уже... Я с Саньком, ты будь с Яной. А может, поменяем пары как раз таки? Вы самые подозрительные два типа. Чего? В смысле? Они наоборот пытаются все контролировать, как-то готовят. Если Дима импостер, то это гениально, когда ты обо всем беспокоишься, типа, ой, вы то неправильно делаете, а потом берет и сам как-то поганит. Не самый подозрительный. Чего? По солям. А надо попозже солить. Тихо, но немного. Стоп, подождите. Куда он сверху солит-то? Они ж когда фарш делали, вот эта команда не солила? Ну просто обычно на этапе фарша же соль кладется, а тут сверху. Боже, надо вот да это... как будто бы поп. Нет? Нет, важно. Это точно он импостер, но если он не импостер, я не понимаю, у него своя какая-то атмосфера. Их не солят, потому что вода выйдет. Фарша воды особо как таковой нету. Я посмотрю, где меню? Так. Так. Я слежу за Янчиком. Он просто так палевно сказал, я пойду посмотрю меню. Вот так он объявил об этом. Вы оба говорите, что надо не по рецепту идти. Ты не помыла мясо, ты спрятала колпачок. Так что давай-ка мне не ля-ля тут. Хорошо, что пожарить? Бекон? Бекон. Да. Масло не забудь туда. Я туда сейчас прыг туда. Шуруйте, вот эту вот жарьте. Но тоже вы все не жарьте куски, нам же один только... один. Два. А мы пока можем поиграть с цифа. Ну давай дальше посмотрим. Цуефа. Может просто мелкими слайсами нарезать? Так я хочу слайсами такими, да, как чистилкой, понял? Что происходит? Кто куда жал? Саботаж. Один раз за раунд предатель может выключить. Блин, даже тут саботаж, прикольно. Плиту, нажав на кнопку. Чтобы восстановить работу, все участники должны договориться и одновременно нажать свои кнопки. Тогда плита заработает. Так, стоп! У меня руки были на сыре в этот момент. Ты саботаж. Я то, что ты видел. Я ты держишься за нее. Че, реально, что ли? Старый, кто-то. Взял, спалился. Кто кнопку нажал? Кто кнопку нажал? Реально спалился, походу. У тебя руки. У него в руке, блядь, саботаж был. В руке, вот. Так он в другой команде, ну. Это у них, это в другой команде. А, все. Слушай, ну мне кажется, котлете уже пи***ц, давай, она уже горит. Она горит. Ребята. Егор. Я уже тебе доверяю, как будто ты не мафия. Не, ну это уже х***ня. Не, все. Нет, это уже жестко. В смысле, она черная? Да ты что, больной? Ты мафия. А что, есть какие-то проблемы в том, что она черная? Подошли быстро.
Что происходит, блядь? Мне почему-то кажется, что вот синей команды у них обгорелая котлета будет снаружи и сырая внутри. Чтобы что, жарить бекон очень сильно кто-то из них. Это уже готово. Не сюда. Ну а куда тогда быстрее? Есть тарелка. Блядь, нормально, Стас Любец хрустящий. Это ты, мафия! Несите тарелку, пожалуйста. Так, это Янчик делал? Откуда воняет? Это вот эта штука воняет. Нет, туда. Нет, если бы он добавил мяты, это бы чувствовалось. Мы обрежем вот эти части. Да, это пиздец. Обрежем. Да, у нас минус бекон. Куда ты пошел? Там же еще бекон можно поджарить рукой. Дима, иди с ним. Я проверил, что у тебя после тебя не воняет. А булки вы оставили? Я проверил, после тебя не воняет. Вы старому жарить? Вы безумцы? Давай, беги. Дима трогал фарш, надеюсь, он ничего туда не добавил. Я вместе с ним стою. Давай фарш и давай формочка у тебя. Она там, да. Сколько мы делаем? 8-9. Тут нитка. Что? Пиздец, нитка на. Боже, просто я бы на месте Стаса там сидела бы, молилась, чтобы не отравили. Что? Я нашел. К нам кто-то прыскнул вот сюда какой-то за***. Уверен? Да, она воняет, понюхай. Фу, на***! Лёха! О, кто-то хорошо сработал. Да, я тебе помогу. Вот эта котлета вкусная. Я съел там, что ли? Нет, эта котлета не отравленная была. Он ее съел! И Стасу половинку остальную оставит. Она горела. Оставшись. Вот, давай отсюда. Что, они в той команды забрали? Давайте котлету просто спи. Они не заметили. Нет, вот она. Она испорчена. Да, да. Ах, ты хорошую съел. Она была нормальная, но я ее сожрал. Хорошую. Это инстинкт. У нас время идет. Мне сказали, стой тут и смотри, чтобы ничего не отравили. Я эту задачу выполнил. Стоял, смотрел. И все сожрал. Это не значит, что я плохой человек. Ребят, просто проголосуйте, какая команда лучше. Но это полный просто. Не знаю, обе. Чем они занимаются, непонятно. А просто молодцы. Я обжегся, да. Ой, аккуратно. Ну все, пизда, котлетик. Это не смотри, тушка. Ну давай, ее как-то собирай, блин. Че есть? Вот сюда. Бедный Стас. Ты что ты делаешь? Ты мафия, блин. Нет, а готова или нет? Не знаю. Нет, не готова. Это вообще не котлета, что это? А о, я знаю, давай сделаем такой фарш, короче. Да фарш, охуенно. Бургер с фаршем. Пахнет или нет? Ой, у этих ребят так красивенько все получается. Не пахнет ничем. У нас никто не портил блюдо, это как? Что он делает, блядь? Мы делаем другое блюдо, макароны по-флотски. Во, макароны по-флотски, кстати, могли бы быть. Что вы делали? Так случилось. Ладно, все, пи***ю, нет времени. Нет. Блядь, и Сатири Житковский просто молодцы. Как будто там два импульсера, а не один. Ребята, осталось... Я в этот момент, посмотрите, просто, блядь. Вы что, ебанаты? Что вы сделали? Так случилось. Ладно, все, пи***ю, нет времени. Салат, огурцы. Малосольное берем. Ребята, осталось одна минута. Ну че, ебанаты, ладно, рвайся. Дизельвил. Салфетки можешь? А дай тоже салфетку одну. Егор, возьмешь? Давай, спасибо. Мы протрем просто наше блюдо. Сыр несите, блядь. Ебать, ну вы че, ребята? Мы старались. Тихо, не, нормально, здесь главное, чтобы вкус был. Да подожди, куда ты? Стас, живи! Давай, туда уже, нормально. Я не могу поверить, неужели никто не испортил? Ты, может, пересолено? Ты просто испортил. Не, это слишком хорошо. Я думаю, это ты. Ребят, 30 секунд, все, заканчиваем. Это тут как ты просил. Не попшикано? Нет, все нормально. Все готово. Оп, какая красота. Блин, он пахнет вот этой отравой. Что? Понюхай, вот запах. Открой. Отравили таки? Он помидором пахнет. Это не помидор. Понюхай помидор. Не, он ничем не пахнет, Санек. Это пахнет. Это кетчуп. Блин, Саш. А чем он пахнет? Вот этим ты хочешь сказать? Так. Так, ребят, ну что, главное, что Стас, здесь происходит. Живи. Надо попробовать, надо узнать. Как... Стас, живи, просто Стас, я за тебя волнуюсь. Тоже бургер хуже. Нет, сначала давай так, за стиль. Красоту отдаю синим. Конечно. Yeah. В смысле, в по каком месте? Кого отдаю сейчас? У этих так элегантненько, ну, ты нормально занюхни. Что? В смысле, все там унюхал? Конечно, мы пшикали усилители. Вы просто накидали всего, что у вас было там? Вы накидали туда любую. По запаху я вам отдаю, тут что-то подпортили. Опа! Что подпортили? Мята была. Да, я чувствую.
Да это огурцы. Импостер хорошо сработал. Я при чем? Давайте, попробуем. Съешь наш! Ну, блин, ты странно делаешь. Ты испорченный ешь впервые, а потом наш. Это неправильно. Че, фа? Он что? Просто невкусный. Что, что, что? Питерская котлета, что ли? Какая котлета? Че он говорит? Он просто невкусный. У вас что, питерская котлета, что ли? А че, она не зажаренная? Или солили? Мята и прям соленая. Подождите, насчет соли, это Саша же монтажник. Давай, теперь наш. Пробуй с этой стороны. Пересолил. Вкусный бургер, как будто не портили у них там. Честно, я вообще другого исхода ожидала. Просто красная команда, она была такая ответственная, ну будто бы, ну так казалось. А по итогу у них все плохо, все очень плохо. Профессионалы работают. Нет, мята добавлял кто-то. Нет. Мята есть. Не было мяты, в принципе. Не, не добавлял. Сейчас сам попробует. Эта команда проиграла. Кто из вас мафия? Мы насолили мясо. 1/3 чайной ложки соли. Просто посолить на глаз. Стоп. Ты что делаешь? Вот тебе и посолил. Потом положили в холодильник. Нет, я тебе не доверяю. Блин, ребята, просто объективно, ну, мальчики, ну какая разница, положил ты в холодильник на 10 минут или нет? Большая, у тебя рецепт есть. Потом я пришла сюда, попросила принести мясо. Я смотрю, там соли просто дофига. И я еще говорю, кто-то дофига туда насыпал. Это всей командой бургер едят. Я уверена, Дима добавил очень много соли, пока я отходила. Так вот, смотри. А кто мясо вам приносил-то? Вы. Дима. Стоп, подожди, нифига. Мы когда там стояли, мы ставили мясо в холодильник. Я пошел открывать холодильник, а там мяса нет. Что? Так, а где это? А, они мясо забрали уже, что ли? Че за муф? Вот мясо. Я поворачиваюсь, оно стоит сбоку. Ты брать мясо, ты мешал мясо руками. А мяту кто добавил? Ты соль в кармашек. Бля, да мы же Димас. Я зову Диму Масик. Димасик. С чего вдруг? Блин, я просто даже не знаю, как будто и Саша, ну тут они так на Диму думают, вообще непонятно. Я этот бургер сраный готовил. Ты что, прикалываешь? Я за Димана, я за Димана. Я за Димана. Так, и по итогу... Я на такое лицо. Как будто она совсем уже смирилась. А, ты перец добавил? Да, чуть-чуть. Ты же видел, я еще говорю, смотри, Дим, я чуть-чуть добавил. Реально? О, помните, как он такой, ой, Егорик, надо было почистить. Яна, ты мясо, по-моему, специально это делал. Кто, кто кнопку нажал? Не, у меня руки были на сыре в этот момент. Кнопка в ботинке? Чего? Это что за мув, кнопка в ботинке? Я уже тебе доверяю, как будто ты не мафия. Дима, ты мафия? Расслабься. Мы хоть спалили. Ну, не, просто мне интересно, когда у вас, вы все вместе, как можно было испортить? Смотрите, во-первых, я был готов к этой съемке и на всякий пожарный взял с собой специально отдельно к рабочих соли. Можно было с собой взять еще что-то. Во-вторых, я не обжегся. Я ходил к другой команде, напрыскал на руку мяты или вот этого дерьма и снизу помазал бургер, чтобы сверху его не учуяли. Но Дима снова всех переиграл. Хорошо. Ну это реально гениальный мув. Я думаю, что ты дал у нас. Да, я правильно. Че, реально? Потому что у тебя даже руки воняли. Я такая говорю, что воняют руки-то мяты? А Янчик такой на чили был, на расслабоне будто бы. Посмотрю, где меню? Так еще с кофеечком эпично ходил. Опа. Не, ну это уже хуйня. Не, не, все. Нет, это уже жестко. Так. Он даже, кстати, не в ту сторону до этого напшикал. Котлета получилась, кстати говоря, вообще. Да? Так. Реально все пшикал. А почему ты из двух котлет пшикнул только на одну? Я не знаю, я думал на две пшикнул. На одну пшикнул, да. А вторую я съел. А вторую я не сожрал. Хорошую котлету я не сожрал. Второй раунд. Так. А, точно, еще другое же, видимо, так, ну что, блюдо, второй, да? Раунд, я раздаю карточки, смотрите, умоляю вас, ну не испортите картошечку с пюрешечкой, пожалуйста. А мы что, бургер испортили? Мы нет. Бургер был восхитительный. Я все думала, на сатиры и Житковского, у них какой-то такой вайп, типа, а, пофиг, что там. Поехали, будет, а по бам, итогу нет. Бам. Янчик, специально был плохо мафии, чтобы было вкусно тебе. Да старая мафия.
Старый мафия в этот раз точно! Причем старый подход. Егорик. Я Яна. Можно мне мафию, пожалуйста? Саня Монтажник. Все закрыли. Откройте только мафию. Так. Вот Житковский, когда сказали, типа, все глаза закрыли, он как будто вот с прищуром немножко это сделал, как будто он немножечко вот как-то вот так вот. Не до конца. Их прикрыл. Закройте глаза. Откройте, в смысле? Время пошло, можете готовить, ё-моё, давай! Так открыть глаза-то или нет, ё... Старый, такая мафия, просто ужас. Вы делаете картошку, а мы котлеты, давайте? Давайте, давай. Ты когда, ну, ты хорошо... Её надо почистить и просто сварить. А зачем чистить? А помыть? Она и так почистила, она молодая. Чего? Нет, от корочки очистить надо. Старый, так мякиш делай, как на зоне. Слепи... Я только папа там был. Слепи нарды, как тогда, когда ты сидел. И потом в конце узнается то, что Дима в самом... Молоко льется там вовсю. Вначале заменил водопроводную воду на флакон яда. Ребят, это самая экшн-часть этого ролика. Подождите, а куда сатиру? А, мальчики, что вы здесь? Подождите, а вот зачем вот эти мякушки от хлеба? Для чего? Типа для пюрешки или для чего? Я просто так никогда не готовила. Он они мякушки делают. Или это так перекус? Зачем ты такую мразь делаешь? А чего? Взял, обрезал ножичком. Что ты стоишь? Да старый, все уже, он поплыл в мафиозе, ебучая мафия. Да вот так, зачем? Для котлет? Господи, ой, вот... честно скажу, я ни разу в своей жизни котлеты сама не готовила. Я все время, ну, там, покупала и, соответственно, их жарила. Я просто так боюсь готовить котлеты. Ну, вот ты, считайте, да, берешь фарш, крутишь его. У нас, например, мясорубка не такая изысканная, элегантная, как у них, и там ее на стол как-то устанавливаешь, еще сам прокручиваешь. Ёпарас это... Ну, короче, довольно долго все это и мучительно. Потом добавляешь перец, соль. И вот представьте, в самом конце, когда она уже готова, там через час, через два, оказывается, что соли было слишком мало или слишком много. Все, все труды на смарку. Вот поэтому я за котлеты никогда не бралась даже. А котлеты с хлебом, что за невкусное? Не, слушай, мне кажется, это вполне нормально. Хлеб, он же, ну, просто какую-то текстуру, скорее всего, им придаст. Вот, ребят, кто с хлебом готовил, вы скажите вообще, для чего это делается. Потому что вот у меня это чисто такая догадка. Так вот сделай. Да зачем так? Я думала, я одна с такой фигней. Давай пятюню. Вот поэтому я, например, готовлю те блюда, в которых, ну, плюс-минус на каком-то этапе просто можно добавить там больше соли. И все. Для мягкости, во! Для мягкости. Делаешь, у нас время-то не резиновое. Несколько котлеток, 2-3, наверное. Это что? А, это давилка. Давай пойдем давить картошку. Это давилка, да? Это вот, смотри. Это для мясорубки. Сука, вырезать. Это сливки, это не молоко! Это молоко. Нет. Это молоко. Не-не-не-не. Это молоко. Кстати, а пюре со сливками же тоже вроде делают. Или там добавляют и молоко, и немножко сливок. Подожди, надо попробовать. Вот молоко, брат, клянусь. Нет. Кто сказал то, что? Где сливки? Все где молоко? Это молоко. Вот сливки, это молоко. Старый, как ты сразу поменялся? Это просто ужас. Знаешь, что? Какая у тебя сразу другая вообще да. Все. Масло сливочное. Я, кстати, масло сливочное добавляю. Есть люди, которые, например, еще яичко добавляют в пюрешку. Я знаю, да. Кстати, привкус да. Приятненький. Смотри, от какой этого. Какой тебе надо комфорку? Вот. Ребят, ой, как-то вот так она выбирается. Как-то вот я не понимаю до конца, на самом деле. Это Картье. Давай. Это Картье для старого. Это как будто уж кастет был. Скажи, зачем мы вот этой хуйней занимаемся? Замачиваем. Ты про съемки в этом ролике? А что вы делали там вдвоем? Какая тебе нахуй разница? Это не ваша юрисдикция. Занимайтесь своими вопросами. Они же не могут быть вдвоем мафией. Да. У старого абсолютно мафиозное существование во всем. Он напрягся. Он весь вот такой неестественный стал. Я представляю, пусть рады сенсир. И такой чисто пытается спектр внимания перекинуть на старого. Я вообще не умею, блядь. Я сразу палюсь, то, что я мафия. Мне нравится, что я... Пиздец. Ты даже базарить разучил. Дима, у тебя есть твоя с предыдущего раунда? Ну, там немного посолил. Эффективнее всего солить тогда, когда без воды. Да. Можем вот так посолить. Знаешь, прям при мне, знаешь, гадит. Ну все, хватит. Димас, хватит. Пацаны, а кто у вас мафия? У нас старый. Старый, старый. Вот еще раз давайте. Старый, ты мафия? Нет. Смотри, он красный, как зал. А ведь реально! Блин, ну вы делаете котлеты или нет? Ёбаный рот. И добавим еще вот этой штучки. Опа! Соль на месте. Так у Димы свой коробок. У него нет больше. Не, у меня есть в кармане, но я ничего с ним делать не буду. Кто знает, алиби хочешь, или не алиби. Хочешь, если я второй раз мафия? Да, Ян!
Господи, кто такую купил говняную овощечистку? Картошка упала на пол. Слушай, ну мы справились. И мы готовы жарить уже идти. Котлеты? Да. И знаете, что тут еще? Тут еще соус, смотрите. Да, понюх. Все, вроде бы. Давай я включу. Да мать. Пиздец, какая мразь, а? А кто это хуй? Я не понимаю, кто это, вот пусть всю жизнь его жена и на этой плите и дружится, реально. Кто создатель этого? Вот кто это, что это за бренд? Слушайте, я даже не знаю, сама в таких плитах не разбираюсь, я ни разу на такой плите не готовила. У нас старенькая плита. Вот Чиран, что это? Конфорочки, все по-старому, с газом. А вы, Варь, просто вариться поставили. Да, мы поставили картошечку вариться. В Турции, кстати, у нас электрическая плита была, но там все равно все интуитивно понятно было. Качественно. На кого думаете? На Егора. Если Дима второй раз, это мем. Старый, такая мафия позорная. Это уже даже не обсуждается. Если в первом раунде я, ну, типа, говорил это и не был до конца уверен, то сейчас, когда старый говорит, что он мафия, опа, у него так, у него краснеет лицо, закатывается вот так глаза, он говорит... Честно, я не понимаю, как я понял. А это чья картошка варится? Ребят, чужая. Вы врубаетесь? У вас какой-то плод стоит. Вы врубаетесь, как это? А что вы делали? Знаю, ты ушел, мы все испортили. Что ты сделал? Сейчас надо просто пропустить. Все нормально, подожди. Пропустим через мясорубку. Просто какой-то пёстрый фарш. Что это? Вы больные? Как это выглядит? Хоть бы в камеру показали, ну. Хоть бы в камеру показали, ну как так? Давай, ну что, давай посмотрим. Ты себя топишь? Ты себя топишь. Перестань, просто не говори, не отрицай, не отрицай. Ребят, есть эксперты. Помоги мне пожарить картошку. Они такие дебилы. Ну, кроме Алексея. А чё это ты, лизнул очко Алексею? Потому что Алексей хоть что-то делает, блин, в отличие от вас, дебилов. Я делаю еще не менее важную задачу. Я всем открываю глаза на то, какая ты мафия, старый. Позорная мафия. Я вам харкнул сюда вашу картошку. Ох, суперсас. Ладно, нужно сделать одну котлету. Выкидываем. Кошкам, кошкам отдаем, не выкидываем. Кошкам. Кошка. Постоянно одна мешает. Одна. Не, я не мафия, Диман. Я не мафия. Я уверен, это либо Яна, либо Саня. Ты мафия? Ты такой... Ну, блин, это смешно всегда, когда ты так смотришь на меня. Так ты мафия? Нет. Точно нет? Нет. Я тебе друг? Да. Ты мне врешь сейчас. Нет. Врешь? Если я тебе вру, можешь мне подсрачника въебать в конце. Егорик пытается отвести подозрение. Все же может быть, а? Сейчас пока вообще ничего не понятно. Нет. Мафиози наебучие. Ну, в этот раз мафия точно ничего не сделает. Я уж буду следить за этим. Ну, ты говорит, как будто сейчас вот засмеется. Честно хочу сказать, я очень кайфую от того, что я не готовлю, а просто пробую. Буду много таких шоу снимать, ставьте лайк. Он точно в этом уверен. А мы с тобой так держимся, как будто мы сейчас будем... После просмотра вот всего снятого материала, возможно, изменило бы мнение. Какого-то малыша в пруду вот так кидать повыше. На самом деле, это я мафия. Нет, это ты мафия старый. Это нет. Ты такая мафия. Может, Жидковский, а? Ну просто все думают, что он так старается, готовит, а он в любой момент может сделать подставу. Что с тобой? Вот смотри, давай какое-нибудь желание, короче. Желание. Давай. Желание. Давай. У меня желание, чтобы в следующий раз, когда ты был мафией, ты так не спалился, как был. Хорошо. Так, я предлагаю тоже просто вот так вот взять его. Ну, тут Ян тоже один стоит, он же сейчас что угодно может сделать. Я ничего не делал. Так, ребят. Если что, я нейтрализовал главного подозреваемого. А почему Яна одна занимается мешкой? Вдруг она мафия? Она девушка. Ну да, но она одна и это что? Делает, ее никто даже не контролит. Мало ли там она уже насыпала соли. Я нейтрализовал человека, который очевидно спалился с тем, что он мафия. Теперь он в моих руках, а пацаны нормально готовят. Я в данном случае просто секьюрити. А, теперь попробуем. Так, стоп! Да, ой-ой-ой, там мама! Стоп. Будет забавно, если он не предатель. Стоп. На самом деле. Не, ну не пшикло. Кто из нас? Так, стоп, куда полез? Вот. Она теперь пахнет. Ты врешь, ты гонишь. Ты нахрена столько масла налил? Написано, должно быть 0,5 миллиметров. Какие 0,5? Пытается вербально наговнить. Не слушай его, не слушай. А вдруг он реально не про... Сатир. Реально делает. Полный. Старый, просто бордовое ебало старого выдает его всегда в таких случаях. Только воду не наливай, прошу тебя. О, ой, все, да. Мне говорит старый, делайте все наоборот. Та уже горит, плита горит. Ой, там закипело. Горит.
кроме пердака старого, смотри, не горит ничего. Ёб, что у вас происходит? Где хозяйка, блядь? Я не понимаю, это что такое за разбуша? А что это такое? Я хочу изжой дом со своими законами. Жутко. Куда? Куда? А, ребята, вон, смотрите, чик-чик, оп. А как? Ну, кстати, по форме у них лучше, да, у команды синий. Правда, если я не мафия. Ты мафия? Нет. Тут нет варианта, где нет, хорошо, окей, как же будешь оправдываться? Не оправдываться. Ну, вот. Зачем мне оправдываться? Как ты будешь извиняться? Перед кем? Передо мной. Так, а почему выключилась плита? Так, кто саботаж? Показывай ноги. Это Яныч. Отвечаю, это Яныч. Давай. Ты дурак? Смотри, знаешь почему? Потому что ты отошла разговаривать. Где твой, Яна, где твой брелок? Это ты? Нет. Где твой брелок? Блин, их вообще странно. Она одна тут готовит, ее даже никто не палит. А ты не жмешь на кнопку. А, нажать, окей. Стоп. Стоп. Откуда ты достал только что кнопку? С кармана, блядь. Нет, нихуя. Отсюда. Нет. Ты с команды. В смысле? И Горько хотят подставить. Да он вроде просто достал откуда-то вот. Он не доставал, ты! Я смотрел на тебя, ты резко вот так. Ничего, что я вот так руки держал вместе с Димой рядом. Ну да, он видел, было. Алло. Настрой плиту, чтобы работала здесь и там, а. Да. Посмотрите камеры. В руке была салфетка. Эту съемку ебаную, блядь. Так, стоп, съемка, давайте смотреть, срочно. Ребят, ну у вас такие прям котлетки, как в детском ресторане, знаешь. Ты, я не понимаю. Это же миленько. Главное, что с душой все сделано. На наши котлетки свой роток разеваешь. Понюхай, понюхай. Куда они напшикали? Нет. Проще взять ложку, просто, допустим, да, столовую, и попробовать отпить. Куда они напшикали, старый? Что у меня проблема? Давайте не буду. Это же у меня с обонянием проблема. Типа чуть жидкая сметанка, знаешь, такой должен быть вайб. Жидкая сметанка. Что? Ты идиот? Да в смысле, блядь? Вы что, угораете? Ну, я не помылся сегодня. Что мне сделать? Не забывайте, что у вас все соус. Какой соус? Займись вот этим, пожалуйста. Будь полезна. Так. Почему картошку выключили? Почему выключили картошку? Янчик, жесткая мафия, походу. Да. Вы видели, как он сразу? Ян, ты второй раз мафия? Да, он второй раз мафия, блядь. Ой, Яна, много? Ой, как дофига! Вкусно, пиздец, Саш, хочешь попробовать? Блин, это странно. Ой, что-то она дофига прям. А никто из нас не... Надо сначала дать нам попробовать. Ой-ой-ой. Я теперь попробую. Очень много соли как будто было. Тем более, соль какая... А хотя крупная, не знаю. Соль, соль, там же еще по-моему что? Будет. Ой. Давай я. Нет, просто невкусно. Очень много муки добавили. Так. Я хапнул паров картошки. Это полезно, это полезно. А ступы нету? А, ступы нету, здесь же... Чё за бред, так не получится. Давай вот этим. Я попробовал просто. Это они для пюрешки? Какие-то макароны. Оно выглядит прикольно. Но оно смешается просто и всё. Мятой пахнет, ты что, пшикнулся? Как она резко прям заметила. Она упала только что при вас, блядь, это не мятная хуйня. Я только... Мы без соуса, мы без соуса. Я только что попробовал соус. Чувствуете, мятой да. пахнет? Да. Так кто-то из вас, блядь. Ален. Ой, руки, руки сюда дай. Да, на. Мята. Какая мята? Мята, вы что, дураки? Где мята? Мята. Мята. Что там происходит, непонятно, но... Все, происходит палево тотальное. Походу, там определили мафию чисто по рукам. Походу, там тарологи, вот эти, как его, по рукам, по линиям. Чё ты там мне говорил? Пендель я тебе должен дать. Ещё раз говорю, где вы нахуй мяту почувствовали? По-моему, вот здесь, вот прям вот здесь она. Она прям вот здесь, вот какие-то делишки тебе проворачивают. Всё, я старого держу, как раньше. Походу, все блюдо испорчено, да? Держи ты Янчика. Да, короче, я пора. Делай свое дело. Да. Всё, ты дурак. Мне ребро болит. Ты дурак. Нет, ты дурак. Да. Ой, 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 ой! Я котеночек! Блядь! Я котеночек! Он просто невкусный, он мятой не пахнет. Я не понимаю, ничего не пахнет мятой, что за хуйня? Давай. Как изысканно! Выглядит симпатично. На старого, который был мафией, тоже.
Хоть бы Стас не отравился. Так, ну что, ребят, второй раунд, финал. Давайте оценим. Хотя и у той команды, ой, и у одной, и у другой все красиво выглядит. Правда, здесь выложили, видите, так пюрочку еще примяли. Котлеточки элегантно лежат. Тут чисто навалили нормально. Они приготовлены за три. Вот здесь у этой тарелки такой вайб, как будто, ну, человек, который это, ну, наложил сам себе, допустим, покушать, навалил по фасту пюрешечку, завалил котлеточек и пойдет сейчас аниме смотреть у компа. 5 минут, я в шоке вообще. Ну вот здесь, знаете, домашний, здесь и ресторан, вот я так скажу. Но мы все любим домашние. А мы как бы не дома. Это с любовью, как мама готовила. Да, давайте в комментариях пусть решат, чье блюдо типа лучше. Вот пусть напишут в комментариях. Не, ну симпатично, я тоже не знаю, вот здесь пюрешка так хорошо лежит, тут пюрешка какая-то, не знаю. А котлетки вот тут шикарные. Или синие, поехали. Запах. Красивый цвет, кстати. Ну, пюрешка, да, красивый цвет. Как будто мятой пахнет. Нет, не пахнет. Не пахнет мятой? Да все хорошо. Жук. Я чувствую запах мяты. Это от твоих рук. Главное, он до этого говорил, что где мята, какая мята, а тут, ой, там мятой пахнет. Это от твоих рук мятой пахнет. Мафия была в этой игре? Ну, у нас мы ее нейтрализовали в самом начале. Конечно, нейтрализовали. А, это вот труп лежит, это мафия? Чего? Ой-ой-ой. Чего, невкусно? Тут как будто больше соли, чем картошка. А кто соль? А вот хуй. Ресторанчик у вас. Стас, а может ты не распробовал? Попробуй. Дай-ка сейчас попробую. Либо Ян, либо Леха. Ян постоянно сорит. Мне кажется, вот это надо... Реально? А ну-ка, Житковский. Леша. Ребята сразу. Блин, как будто это он, не знаю. Как будто харкнул туда, урод. Да куда? Он испортил. Нормально? Да, все нормально. Ни перца, ни соль, вообще ноль. Несите соль и перец. Это ж по вкусу Стас делает. Что? Ты только что пшикнул. Он только что это сделал. Чё, блин? В смысле? Да мята пахнет же. О, мята. Да о чем вы нахуй? Серьезно, ты сейчас пшикнул? Как, блядь? Да не могу. В смысле? Он только что... Перец. Это ж по вкусу Стас делает. Ты только что пшикнул. Он только что это сделал. Чё, блядь? Да ну пахнет же. О, мята. Да о чем вы на? Че сейчас было вообще? Серьезно, что за мук? Сейчас пшикнул? Да не могу. Понюхай, мята. Может, это Саша как-то сделал? Она была внизу. Ян? Нет. Да я, это Леша, либо я. Ты дурак. Это не Стар, мне кажется, это Леха. Это Леха. Это похоже. Это Леха, блядь. Я видел в моменте, вот так вот посмотрел в камеру. Он там был, потом так смотрит, идет в камеру. Вот так вот сделал. Леха, ты же мафия. Ну я думал, это я. Это ты, блядь. Это не старый. Это не я, дебил, блядь. А зачем ты так тронил? Зачем ты так тронил тогда? Потому что я сказал, я загнался. Ты угол. Да, Леха, я ничего не трогал. Он не пшикал. А что так мята запахло? Она была на... Вот она! Где? Тут как будто больше соли, чем картошки. Да. Реально! Реально! Офигеть! Старанчик, как он круто это сделал! И ведь еще никто не заметил! Тут как будто больше соли, чем картошки. Да. А кто сыр? Нифига! Ресторанчик у вас. Ни перца, ни соль, вообще ноль. Я добавляла без остановки. Они мне все... Нифига! Вот это круто! Сейчас подшипнул! Так безбранил! Блин, правда, спалили его, конечно, но... Нельзя разве? Нет! Нет, сейчас нельзя. Пиздец, вы видели? Если бы они не увидели, это был бы хороший мув. Да. Вроде надо было ногой ее стукнуть. Я пытался сделать все, что я мог. Саш, хочешь попробовать? Это странно. Никто из нас... Попробуйте! Надо сначала дать нам попробовать, чтобы тебе поверили. Я теперь попробую. Стоит флакон. А, реально! В руку! Капец! Его ж потом испалили как раз на этом. Идеально было бы. Пытается незаметно взять флакон. Но оно смешается просто и все. Мятой пахнет! Ты что, пшикнул? Так она его быстро спалила еще. Команда! Леха? Леха. Ты мафия. Это ты мафия. Ну, они такие типа, ой, Леша все сам готовит, такой молодец. Старый, ты просто... Ты спалился. Ты такое заблуждение нас ввел своим вот этим... Зачем? Проиграла синяя команда. Кто у вас мафия? Леха, походу. Ой, сам признался в конце. У нас выплеку, чтобы работала здесь и там, а? Во, и да, ушел! Да, конечно, самое главное на проекте. Комар носа не подточит. Так, ладно, хорошо. Это вот чем? Они его постоянно одного оставляли. Ему легко было все это сделать.
Мне нужны теплые сливки. Мы их, разумеется, ничего не сделали. Давай тогда нести холодные. Здесь невысокая. Они даже не следили за ним. Вот. 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 Спасибо. Просто мог всю фигню делать, которую хотел. Давай разогреем. Давай, погрей. Где микруха? Вон там. Он такую свободу тут чувствовал, уже столько раз подпортил. Хватило же всего бы одного раза. Они думали, всю игру старый. А старый хоть как-то. Серьезно, ты? Тебя постоянно одного оставляли. А ты же один готовишь. Они дебилы, они думали, что я и за мной ходили. Я поздравляю Диму, что так качественно отработал. Леха вообще не палился, его даже никто не подозревал. Он там сам себе ходил, гулял, что-то подсыпал. Я как минимум только под конец заметил, что в сливке было добавлено кучу соли. Вот это я только единственное заметил. Она не помогла. Вот. Пришлось добавить пирожков. Еще соль ебаная, она не растворяется. Да. Паливная. Сегодня победили мирные. Поздравляем их. Спасибо, что не отравили. Ну ради справедливости, импостеры же очень тяжело. Подписывайтесь на ребят, ставьте лайки, пишите, кого еще позвать в кулинарный мангас. С вами было круто. Пока. Представляете, выходит выпуск. Проходит там, ну не знаю, допустим, несколько часов, хотя в зависимости от того, когда они это снимали, и Стас такой, и, ребят, слушайте, я все-таки траванулся нафиг эту рубрику, больше следующих частей не будет. Но мне понравилось очень сильно, классно все это адаптировано, впервые вижу подобное, и круто то, что, ну, компьютерную игру, ну, мафию переделанную, так скажем, да, перенесли еще каким-то образом на кухню. И еще ребят так интересно подобрали, что по командам они сочетаются прям между собой, так что топчик.